Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мы из Павлодара, вот в гостях у Данияра и Армана. Они установили котел. Арман в прошлом году, но он сейчас сам расскажет про котел. Здравствуйте. Я вот установил котел в прошлом году. Градиент вот такой же. Это мы сейчас в гостях у Данияра. Вот, я как после того, как установил, почувствовал все прелести городской жизни, когда не надо топить печку. Вот мой сосед Даня, он тоже захотел себе поставить, и вот тоже установил с помощью Мурата. Вот что сказать, у меня выходила где-то ежемесячно оплата в среднем 45 тысяч, где-то в районе $100. Вот Даня, вот у него пробный. Это в этом году только установил. Будет смотреть, засекать. Ну, думаю, будет меньше. Потому что у меня в моем доме теплопотери большие. Фундамент нужно утеплить. У меня дом где-то 98 квадратов. Даньяра чуть поменьше, да? Вот, чуть поменьше. Вот. Еще не дядя. Также я рассказал об этом котле своему дяде на производстве птицефабрики. И он также установил себе такой котел. 12-киловаттный котел. 12-киловаттный. На 240 квадратов. Да, там квадратура побольше. Вот. Ну, вот эта печка стоит. Скорее всего, ее топить не будет больше. Потому что установили такой котел замечательный. Всем советую.